к завершающей стадии первого отделения. Стишок такой. С годами я стал понимать, что у меня, может быть, по-другому развернуты мои стремления, ценности и попытки там чего-то добиться. Они развернуты наоборот. Я иду вниз по лестнице, ведущей вверх. И мне кажется, что, естественно, у каждого свой путь. Кто-то хочет стать президентом земного шара, а кто-то наоборот. Ну и вот поэтому так, видимо, появилось такое стихотворение. Я когда-то был главным на всей этой нашей планете. Я орал и командовал всеми, кем мог и не мог. И над миром носился невидимым духом, как ветер, и не думал, насколько был немощен или одинок. Время шло, время ехало, время ползло и летело, время переплавляло и правило каждый провал. Позже, будучи маршалом, я побеждал то и дело. Генералом уже понемногу и сам воевал. Был полковником, бился до крови в бою рукопашном, подполковником, дико влюбился и в раз поглупел, стал майором с дипломом, стал думать все чаще о важном, но при этом еще рифмовал, веселился и пел. Иногда не справлялся и стал постепенно старлеем. Вроде дело все то же, но меньше хлопот и забот. Ну а что ты хотел, говорили коллеги. Стареем, ну и радуйся, ну и играй себе свой поворот. Я послушно играл в переходе на уровень ниже. Старшиной перечитывал книги, сидел у окна, стал сержантом, забыл про Нью-Йорк и Милан и Париж, стал ефрейтором, понял, важнее всего тишина. Одиночество не наказание, Божий подарок. Я пока еще в форме, здоровый и в целом живой. Этот путь был нелегок порой, но прекрасен и ярок. Я простой рядовой. Это счастье. Простой рядовой.